Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших знакомых с Азова. У меня есть два знакомых, один из них офицер. Они часто показывали, выставляли видео, как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться, как издевались над детьми. Азовцы прям гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виновны, которые прячутся от бомбежек и не знают, как выжить.